Когалыме в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроена дворовая территория 16-го дома по улице Степана Повха. Здесь установили новые лавочки, урны, опоры наружного освещения, отремонтировали проезжую часть, обустроили ливневые канализации и пешеходные дорожки. Это перечень основных видов работ, которые, согласно программе, выполняются за счет средств городского бюджета. Если собственники хотят, чтобы во дворе появились дополнительные парковочные места для автомобилей, велопарковки, детские игровые зоны, тренажеры, необходимо софинансирование в размере 20%. Это одно из условий участия в программе. Дополнительный перечень жителей определяют самостоятельно. То есть сюда могут входить детские городки, спортивные городки, обустройство дополнительных парковок. Дополнительно для участия в программе необходимо принять решение о софинансировании дополнительных работ в размере не менее 20%, а также принятие в общедомовую собственность в дальнейшем выполненных работ. Желающим необходимо создать инициативную группу и подать заявку о включении адреса в муниципальную программу. На сегодняшний день заявок нету, но планируется двор Ленинградская 1-3, Бакинская 59-61, 63-65, 67. Они планируют участвовать в этой программе, и, насколько я знаю, они в сентябре организуют проведение общих собраний.